Сценической боли. Во-первых, я чрезвычайно благодарна организаторам конференции за то, что наконец-то происходит конференция вживую. Можно видеть людей, можно видеть их реакцию, глаза. К сожалению, мы даже просто отвыкли от этого, и это большой праздник. Еще раз благодарю. Итак, доклад я заглавила как «Primum non nocere». Прежде всего, не навреди. Это главный принцип этической медицины, который определяет подход к любому лечению, лечению любого заболевания, чтобы воздействие со стороны врачей не приводило к ухудшению, к большему ухудшению того состояния, которое требует лечения. В современном языке это скорее лечение не должно ухудшать качество жизни пациента и, напротив, повышать его. И все это относится ко всем, без исключения, заболеваниям, и в частности, и к лечению нейропатической боли. Нейропатическая боль, к сожалению, обусловлена деградационными патологическими процессами, которые происходят при различных хронических заболеваниях. Прежде всего, это метаболические нарушения, диабет, хроническая почечная недостаточность, ВИЧ и многие, большой очень список хронических заболеваний, а также при повреждении нерва. Это может быть травматические события, инсульт, онкология, ампутация и так далее. И появление нейропатической боли, оно усугубляет состояние больного, приводит его к осложняет его лечение по основному заболеванию и, соответственно, является предметом изучения электрофизиологических, биохимических и так далее. Этот процесс проходит уже более 100 лет. Накоплен огромный материал, который описывает нейроанатомические пути, концентрирует свое внимание на механизмах проведения боли и, соответственно, определению мишеней, которые позволяют купировать этот синдром. Я уже сказала, что хроническая нейропатическая боль, она не только она осложняет и сам процесс лечения, и состояние больного. И, как показывает клиническая статистика, существует большая связь между проявлением хронической боли и изменением психического состояния. Боль часто порождает депрессию или тревожное состояние. И эти состояния, депрессивные или тревожные, они усугубляют состояние человека, мешают лечению основного заболевания. И если мы до сих пор не можем сказать, что является инициатором, но однозначно можно утверждать, что и депрессия, и хроническая боль, они взаимосвязаны. Улучшение состояния, коррекция с помощью психотропных препаратов, она позволяет облегчить состояние, но известно также, что помимо коррекции психического состояния, облегчающего восприятие этой боли, существуют препараты, которые являются, обладают самостоятельной противоболевой эффективностью. Это доказано клинически.
И нами была проведена такая большая работа по анализу структурно-функциональных отношений препаратов психотропных, которые, как известно, обладают самостоятельной противоболевой эффективностью. И было показано, что некоторые из них обладают специфической структурной группировкой, а именно так называемой V-образной группировкой, которая образовывается благодаря ароматическими кольцами. И, соответственно, когда это было после анализа очень большого количества препаратов, эта группировка была выделена, на следующем этапе была проведена были отобраны три препарата, которые характеризуются такой группировкой, но первый миансерин и тианептин имеют такую группировку, именно V-образную, и ароматические кольца расположены взаимоцентрированно и под углом 120 градусов. А третий препарат, он имеет ароматические кольца, но его расположение другое, не взаимоцентрированное. И было проведено клиническая проверка действия противоболевого этих препаратов на больных хронической почечной недостаточностью. Больные получали лечение хроническим гемодиализом. И оказалось, что препараты, которые имеют в структуре эту группировку, они оказались эффективны по отношению к купированию нейропатической боли. Следует сразу же заметить, что здесь вот оговаривается зуд, и дело в том, что нейропатический зуд – это можно рассматривать с определенными оговорками как особый тип нейропатической боли. И в отличие от циталопрама, который не обладает вот этой структурной группировкой, его эффективность практически значительно меньше. На следующем этапе был проанализирован тоже ряд препаратов и отмечены вот крестиками те, которые имеют эту группировку, и их противоболевая эффективность коррелирует с наличием этой группировки. Но это позволило сформулировать так называемые структурные критерии отбора для прескрининга среди психотропных препаратов, препаратов, которые потенциально могут обладать противоболевой эффективностью. На самом деле, на основании этих данных говорить о том, какие именно препараты, каков механизм действия этой группировки, не приходится. Известно, что очень большое количество, возможно, потенциальных мишеней, воздействие на которых может приводить к облегчению синдрома. И вот здесь дается перечень потенциальных рецепторов, которые молекулярных мишеней, которые могут быть интересны для того, чтобы воздействие на них приводило к терапевтическому эффекту. Следует отметить, что, опять-таки, возвращаясь к названию доклада, я хотела бы сказать, что прежде всего не навреди. И это касается, например, опиоидов, наркотических средств, которые, безусловно, обладают большой противоболевой эффективностью. Но вы понимаете, насколько это
опасно и насколько это может приводить к большим негативным результатам. И не отрицая необходимость в некоторых случаях их использования, все-таки хочется найти что-то другое. Наше внимание привлекло обстоятельства по поводу того, что патогенез хронической нейропатической боли, как известно, включает в себя гиперактивацию глутаматергической передачи. Это факт известный, но было чрезвычайно интересно обнаружить, что при изучении механизмов блокирования НМДА-рецепторов оказалось, что для этих блокаторов также характерна V-образная группировка. И поэтому было решено проверить, возможно ли мишенью действия вот отобранных препаратов является именно глутаматергическая система. Действительно, для AMPA-рецепторов такого результата мы не обнаружили. Используя электрофизиологические патч-клэмп методы. А вот в отношении НМДА-рецепторов все оказалось чрезвычайно интересно. Именно препараты, которые проявляют способность блокировать НМДА-рецептор, проявляют и противоболевую эффективность. И были отобраны, вот в данном случае мы видим такую картинку, что препарат имеет, не имеет группу, и было выяснено, что механизм действия – это ловушка, и вообще формулируем мы ее как механизм, потенциал, способность к потенциал и магнезависимому ингибированию НМДА-рецепторов. На следующем этапе был проведен анализ, позволивший структурный анализ, который позволил сформулировать характеристику фармакофора вот, для такого для способности НМДА-рецепторов блокировать НМДА-рецепторы. И он выглядит как вот уже описанная V-образная группировка, образованная ароматическими кольцами, и, соответственно, на определенном расстоянии заряженный хвостик. Это позволило нам во-первых, выделить 9 потенциальных препаратов среди психотропов, которые, как мы полагали, обладают противоболевой эффективностью. И клиническими исследованиями это было подтверждено. Соответственно, более того, работа по созданию комбинированной терапии такого очень тяжелого состояния, как разлитой хронический зуд. Это тоже природа его связана с нейропатией, и это очень-очень тяжелое состояние. Даже облегчение на 50% воспринималось пациентами как большое счастье. В терапии было задействовано 2 препарата – тритика и затем хлорпротексен, который был как раз отобран на основании наших исследований. И оказалось, что комбинация этих препаратов позволяет полностью через 4 недели терапии освободить пациентов от такого тяжелого состояния. Были проведены исследования
по моделированию взаимодействия препаратов эффективных противоболевых в канал НМДА-рецептора. Вчера Сергей Михайлович Антонов, тоже вот участник проекта, он рассказал подробно и о вот этой части работы, поэтому я думаю, что останавливаться я не буду. Но хочу отметить, что вывод о том, что именно НМДА-рецептор является прямой мишенью для противоболевого действия вот, психотропных препаратов, это не совсем так. Дело в том, что те терапевтические дозы, которые мы используем для купирования нейропатической боли у пациентов, они значительно ниже тех, которые требуются для купирования НМДА-рецепторов. Поэтому на следующем этапе исследования было проведено отдельное исследование, которое оговаривает, рассматривает возможность купирования, блокирования, уменьшения активности НМДА-рецепторов за счет опосредованного воздействия через натрий-кальциевый обменник. Поэтому я не буду сейчас останавливаться, потому что вчера уже Дмитрий Александрович Сибаров, тоже сотрудник нашего коллектива, уже рассказывал об этом, и публикация вот указана. Главный вывод заключается в следующем, что препарат амитриптилин, он в больших концентрациях действительно способен блокировать НМДА-рецептор напрямую, но при низких концентрациях он может опять-таки сенсибилизировать действие НМДА-рецептора за счет взаимодействия с натрий-кальциевым обменником. И необходимые концентрации как раз соответствуют тем терапевтическим, которые мы используем при лечении нейропатической боли. Соответственно, вот следующие идеи для проверки этой гипотезы, этого положения, проводится исследование по поводу использование селективных блокаторов натрий-кальциевого обменника для того, чтобы проверить, а возможно ли получить противоболевой эффект, воздействуя только на натрий-кальциевый обменник. С этой целью проводится сейчас исследование препарата КБР 7943 для его, эти исследования. Наши болгарские соавторы, коллаборанты, они исследовали возможность этого препарата купировать нейропатическую боль при сахарном диабете первого типа. Работа выполнена на крысках, и они доказали, что действительно этот препарат обладает противоболевой эффективностью, сопоставимой с золотым стандартом антидепрессанта амитриптилин, который рекомендован к использованию для купирования нейропатической боли при сахарном диабете. И более того, как вот было вчера показано на постере, они доказали, что этот препарат, помимо противоболевой эффективности, обладает способностью корректировать депрессивно-подобное состояние у крысок, которые подвергаются, вот, которые имеют нейропатическую боль.
И через две недели после терапии именно вот селективным ингибитором действительно корректируется их депрессивное поведение. Вот дана здесь структура, и я хочу сказать, что вот мы говорим о препарате, о том, что опосредованное воздействие на гуматаргическую систему, в частности на НМДА-рецепторы, приводящее к облегчению боли, оно возможно на разных стадиях. Напрямую воздействие на НМДА-рецептор часто ведет к большим негативным последствиям. Об этом хорошо известно. И найти поиск, провести поиск возможного использования опосредованного воздействия, это, в общем-то, вот мы ставим своей задачей. Ну вот здесь я указываю о том, что мы показали, смоделировали саму структуру натрий-кальциевого обменника, провели моделирование взаимодействия препаратов КБР, проводили поиск возможных сайтов связывания. И, соответственно, показали, что препараты дизепрамин и амитриптилин, вчера уже это докладывалось, могут взаимодействовать с обменником. Мы расписали эту возможность. И также другие препараты, которые обладают противоболевой эффективностью среди психотропов. Теперь я хотела бы сказать о другом подходе, что было сделано. Вот опосредованное такое воздействие, как уже я говорила, оно может быть на разных стадиях. Опосредованное воздействие на НМДА-рецептор. В частности, была проведена работа по ингибированию авророкиназы. Фермент, который участвует в транспортировке НМДА-рецепторов к синаптической мембране. И было проведено изучение его селективного блокатора тузасертиба, который действительно оказался очень эффективным на очень низких дозировках препаратом для купирования нейропатической боли на модели, которая это сужение седалищного нерва. И их дозировки позволило очень низкие при сохранении высокой эффективности. То есть мы показали другой подход к обнаружению этого способа. И вот я заканчиваю сказать о том, что, во-первых, хочется вспомнить замечательные слова основателя нашего института, что объективное обоснование обезболивания возможно только на основе физиологических данных, сказал Леон Абгарович Арбели. И стратегия, теперь вот в качестве резюме я хочу сказать, что стратегия создания эффективной и безопасной терапии для больных с хроническим нейропатическим болевым синдромом, мы рассматриваем две. Во-первых, это комплексная терапия, которая позволяет использовать психотропные препараты с самостоятельным противоболевым действием, то есть одной таблеткой мы решаем две задачи.
это и облегчение лечения, и так называемая вот адъювантная терапия. И второе, я полагаю, что непрямое воздействие может быть более эффективно. Сейчас я говорила исключительно про глуматаргическую систему, но я думаю, что опосредованное воздействие, принцип опосредованного воздействия возможно и для других мишеней. Ну и в конце я хотела выразить благодарность команде соавторов и благодарю за внимание. Готова отвечать на вопросы. Спасибо, Наталья Николаевна. Коллеги. Да, понимаю. Наталья Николаевна, спасибо большое.